Челябинец попал к полицейским из-за видеорегистратора. Технику он украл из чужого автомобиля, едва ли не на глазах служителей закона. Воришку задержали в одном из дворов Челябинска. Молодой парень прогуливался между припаркованных машин. Его внимание привлек автомобиль марки «Фиат», а точнее видеорегистратор в нем. Вор, недолго думая, разбил стекло, похитил технику и бросился бежать. Вот только он не знал, что рядом работал экипаж ГАИ, который давно следил за подозрительным пешеходом. Молодой человек был задержан. При нем находился видеорегистратор. На момент задержания он его сбросил. На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа. Впоследствии молодой человек доставлен в отдел полиции по месту задержания. Сейчас парня проверяют на причастность к другим преступлениям. Если его вину докажут, он может надолго отправиться за решетку.